Дорогие читатели, я не удержался, чтобы не включить камеру. Вот сейчас давайте мы подойдем на этот мыс, сверху посмотрим на каменную долину, куда мы пришли. Вот смотрите, я осторожненько подхожу к краю. Даже, наверное, не буду близко подходить. Вот видите, и вот такая у нас панорама открывается. Это каменная долина недалеко от Солнечного берега. Мы приглашаем вас в пешие походы вдоль горной реки Белая для того, чтобы насладиться вот этими вот видами. И я нисколько не сомневаюсь, но мне так очень кажется, и интуиция мне подсказывает, что это одно из мест силы. Здесь стекаются два горных потока, водные потока, а вода это очень энергетически активная, стихия. Наконец-то я вспомнил это слово. Вот, и здесь очень необычное место. Место для медитации, место для мечтаний, для того, чтобы погрузиться в природу, пропитаться этим болгарским воздухом, этой красотой. Сегодня еще 29 марта, но когда здесь будет все зелено, будут петь птички очень громко, и здесь будет очень живописное место. Мы вас приглашаем сюда, приезжайте к нам, мы сделаем замечательный вместе поход и насладимся всеми красотами болгарской природы. Ждем вас, приезжайте в Болгарию.